Нефтеперерабатывающий завод «Стар», открытие которого состоялось на прошлой неделе, являясь одним из самых крупных среди нефтеперерабатывающих заводов Европы, Ближнего Востока и Африки, принесет большую пользу турецкой экономике. По словам президента Турции Реджепа Таипа Эрдогана, благодаря «Стар» расходы на импорт нефтепродуктов страны сократятся на 1,5 миллиарда долларов. Ежедневно на заводе будет перерабатываться до 214 тысяч баррелей сырой нефти, а в год до 10 миллионов тонн. Кроме того, на заводе имеются резервуары вместимостью 1,6 миллиона кубометров. Будет производиться дизельное и авиационное топливо, бензин, а также сжиженный газ. От себя, а также от имени турецкого народа, я хотел бы поблагодарить за вложенные инвестиции моего друга, президента Азербайджана Ильхама Алиева. Открытие МПЗ «Стар» будет способствовать вложению новых инвестиций в турецком регионе Алиага. В интервью телеканалу CNN Türk президент Сокар Ровнак Абдуллаев отметил, что компания имеет большие планы в данном регионе. Он отметил также, что сейчас рассматривается проект нового нефтехимического комплекса. Мы реализуем проекты с целью привлечения новых инвестиций. Планируется расширение количества предприятий по производству ароматических веществ. Сейчас наша доля на нефтехимическом рынке Турции составляет 25%. И строительство данных заводов стоимостью в 3 миллиарда долларов мы повысим нашу долю на турецком рынке до 45%. Таким образом, дефицит нефтехимической промышленности Турции снизится на несколько миллиардов долларов. По словам эксперта по энергетическим вопросам Эмина Ахундзаде, для строительства завода Турция была выбрана не случайно, ведь на сегодняшний день эта страна является одним из крупнейших потребителей нефтяной и нефтехимической продукции и зависит от импорта. Выход Азербайджана на турецкий рынок посредством СОКАР принесет дивиденды экономике страны. Ежегодный доход от деятельности МПЗ прогнозируется в размере 852 миллионов долларов в первые 5 лет и 613 миллионов долларов в течение последующих 10 лет. Также отмечу, что данный завод является одной из составных частей стратегии вертикальной интеграции СОКАР. То есть госнефтекомпания стремится интегрировать свои проекты друг с другом. Посредством синергии создается дополнительный доход. Эксперт также отметил, что завод станет важным вкладом в увеличение доходов в экономику Азербайджана. С другой стороны, его деятельность будет способствовать подготовке высококвалифицированных местных кадров. Ведь на нефтеперерабатывающем заводе «Стар» работают и проходят практику молодые азербайджанские специалисты, выпускники Бакинской высшей школы нефти. В будущем они смогут применять свой опыт в Азербайджане. Это ценный вклад в развитие человеческого капитала. Данный проект, общий объем инвестиций которого составляет 6,3 миллиарда долларов, принесет Азербайджану дивиденды во всех отношениях. Медина Гурбанова, Фарах Сабиргызы, Эльвин Гаджиалиев, CBC.